Цены на продукты в Казахстане снизятся к марту. Об этом заявил вице-премьер-министр торговли и интеграции Серик Жумангарин. Правда, давать стопроцентные обещания он не стал, но заверил, что правительство над этим работает. То есть наша задача в первую очередь не допустить дефицита. Вторая очередь сделать цены стабильными. И третье, если получится, дать сейчас тренд на снижение. Нам надо в феврале-марте дать тренд на снижение. Пока, правда, этого тренда казахстанцы не ощущают. Цены на те или иные товары то и дело бьют антирекорды. К примеру, накануне сообщалось о подорожании туалетной бумаги за год в полтора раза. На что Серик Жумангарин отвечает: за всем не уследишь. Минторговли регулирует стоимость лишь 19 наименований социально значимых продуктов питания, а в остальном правила диктуются извне, говорит вице-премьер. Туалетная бумага подорожала, пищевая бумага подорожала, еще что-то там, Starbucks что-то не довез, и поэтому у него есть какие-то трудности. Но они связаны с логистикой, которая на сегодняшний день есть, и с вопросом противостояния, которое происходит сейчас в Украине. Других причин нет. У нас по основным продуктам питания, по 19 ЗПТ, мы готовы к любым неожиданностям на сегодняшний день. Никаких нету оснований для беспокойства.